15 лет назад на месте стадиона «Динамо», его новой версии, скажем так, современным языком, располагался старый стадион, старая постройка. И здесь 15 лет назад, только вдумайтесь в это, время остановить невозможно. Владимирская «Торпедо» проводила первый матч Кубка России по футболу с командой ЦСКА «Москва». Москвичи думали взять владимирцев малой кровью, выставили на домашний поединок. Но дублирующий фактический состав явно не основу. Вели 2-0, при том, что «Торпеда» не реализовала кучу моментов. И все-таки в компенсированное время Андрей Смирнов хоть с рикошетом, но отправил мяч в ворота ЦСКА. Гинер позвал к себе Газаева и, видимо, жестко спросил, что же делать-то будем. В итоге 13 июля 2005 года во Владимире на стадионе «Торпеда» на поле вышла основная команда ЦСКА. Повели армейцы со счетом 1-0, но Алан Балоев забил мяч в ворота Игоря Акинфеева. И до последней секунды в сердцах тысяч владимирцев теплилась надежда на второй гол. Но не случилось. «Торпедосы» сыграли 1-1, вылетели из кубка. А события 15-летней давности навсегда останутся в нашей памяти.